А вот студенты КАРГУ, находящиеся на чужбине, все же вернутся на родину. Напомним, что 6 карагандинских учащихся выехали в Румынию по учебной программе. Из-за банкротства авиакомпании, где они заранее приобрели билеты, стоял вопрос о возвращении домой. При этом руководство КАРГУ долгое время не принимало участия в благополучном возвращении своих учащихся. По недавнему заявлению отца одной из студенток, отправившихся в Румынию, руководство КАРГУ долгое время не принимало участия в решении проблемы. Компания «Аэросвит» объявила о своем банкротстве еще осенью. С этого времени представители КАРГУ не предпринимали никаких действий. Об этом поделилась одна из студенток Алия Музапарова. Компания, когда обанкротилась, мы узнали это в начале января только. На самом деле, оказывается, компания обанкротилась уже до Нового года, и у них было 2 месяца перебронировать билеты наши. Они этого не сделали, не опоздали с перебронированием. А когда мы об этом у них спросили насчет этого, они сказали, да, компания банкротилась, у нас ситуация плачевная. Как вы знаете, типа, вам нужно будет, скорее всего, самим бронировать билеты и покупать за свой счет. Сегодня студенты и их родители могут вздохнуть спокойно. Представители КАРГУ забронировали билеты в другой авиакомпании. По последним данным, возвратятся они 11 февраля рейсом с пересадкой Клужно-Пока, Бухарест, Стамбул, Алматы.